Всем привет! Сегодня начинаем немножко в другом месте. Сегодня с места приема товара. Вот такая у нас посылочка. Как вы думаете, что там? Увеличиваем масштабы. Ну все, ждем распаковочку. Так, перенеслись мы с вами в другую локацию. Вот, потому что вот так это все хранить невозможно. Хочу разобрать по компонентам и дальше уже сделать, значит, обзор на каждую из вещей. Понятное дело, что тут не одна. Открываем. Вот такие посылочки. Значит, пока не продолжил я распаковочку на следующей локации, пишите в комментарии, что вы здесь видите, как это называется. Вот. Ну, а мы продолжим. Так, продолжаем распаковку. Не знаю, в одну ли серию войдет это или в несколько, но поехали дальше. Зверь просто невиданных масштабов. Та-да-дам. Как его поставить? Я даже не знаю, как вам его поставить. Ну, для начала вот так. О, колеса заклеенные. Ну что? Покатаем. Две серые. Чудная вот такая корочка. Вот такой вот краулер. Так, ну и мешочек вот этот еще сейчас вскроем. Так, сумочка. А в сумочке. Поехали. О! Аппаратура для краулера и аппаратура для Траксиса. Так, и здесь у нас получается двойные расходы. Интересная такая аппаратурка, где включается, вот, все тоже светится. Так, батарейки сели. Здесь у нас 8 штук. Ну вот такие, такой вот еще аппарат. Вот. Встретимся мы с вами уже совсем скоро на тестах этих красавцев. Как вы помните, вот такие два аппарата у нас были на обзоре, на распаковочке. Ждем тестов. Пока.